У Гомельским колледже мастерства имя Соколовского стартовал международный дитячий конкурс «Музыка надеи». Удел у форуме берут юные музыканты из всех регионов Беларуси. Они прошли областные отборочные туры. Так само на конкурсе представлены выканавцы из России и США. Протяг темы у нашем сюжете. Стефания Берхова на конкурс приехала с Бобруйска. Учится играть на фортепиано уже 4 года. Займается у школе мастерства имя Владимира Алоуникова. Чакания у девчонки самые высокие. Сколько лет ты занимаешься на фортепиано? Ну, вот 4-й год, там еще была подготовка. Хочу сильно победить, надеюсь, там будут достойные соперники. Один из самых юных удельников, Марк Пищик, приехал у Гомель с Брестской области. Хлопчик у 9 годов. Однако за плечима уже великий опыт выступления на конкурсах разного масштаба. Я приехала, чтобы победить в конкурсе. Он любит заниматься, занимается каждый день, и по часу, и по два. Вот, занимаемся тоже в классе каждый день, поэтому настроены на победу. Международный конкурс «Музыка надеи» проходит уже у 19-й раз. Цікавая особливость форума у тым, что каждый год он меняет номинации. На гэты раз лепшага вызначаць у категории фортепиано. На разгляд журы было подадено больше за 50 заявок. Конкурс международный высокого уровня. Здесь участвует высокопрофессиональное жюри. На сегодняшний день это будут тоже из трех стран – Беларусь, Россия, Армения. Дети очень стремятся, дети проходят отборочные туры, поэтому в заключительном этапе уже соревнуются лучшие из лучших. Урочистое закрытие и узнагороджение отбудется 16 снежня. Переможцы конкурсу смогут быть залеченными во установы адукации у сферы культуры без уступных испытов. Миколай Зайцев, Александр Чернышевич, телерадиокомпания «Гомель».